Привет, друзья! Как я не откосил от армии? Значит, почему я решил взять такую тему? Ну, тема действительно очень такая волнующая многих людей. Ну и тем более есть что вспомнить. Поэтому хочу поделиться с вами. И так как это такой у меня блогерский канал, у меня есть еще канал, где я там с автомобилями имею дело. Но в основном сейчас занимаюсь своим ВАЗ-2109. Можете туда перейти посмотреть. А это может быть такого разговорного жанра, ну, так сказать, развивающий. Итак, приступаем. Ну, в общем, сама история такая. В начале 90-х годов я должен был пойти в армию. Но, естественно, как и все, не очень туда хотел идти. Значит, чем я занимался в это время? Ну, собственно говоря, я работал тогда на заводе, на мотоциклетном. Вот. Но перед тем, как уже мне исполнился призывной возраст, подошел, я уволился, ну, для того, чтобы немножко погулять, так сказать, расслабиться, вот. И когда уже приходили мне повестки, у меня были друзья, которые тоже это игнорили, кто косил, кто просто не ходил, вот, то мы делали просто, мы брали пиво и заливали эти повестки пивом, и, короче, рыгатали, хохотали, ну, такая была беззаботная жизнь. Вот. Ну, это долго продолжалось, короче. Я уже год туда не ходил, второй год уже пошел, я не хожу. Думаю, ну что ж такое? Как же мне поступить? Я смотрю на этих друзей своих, что-то они уже себя плохо ведут. Ну, короче, разгульная жизнь дает свои, как говорится, плоды. Вот. Ну, и решила все-таки сходить в военкомат. Пришел, а меня там уже ждали, уже папочку мою готовили на отправку в прокуратуру. Вот. Ну и с ментами, конечно, приезжали там один раз. Но меня дома не застали как раз. Вот. Ну, короче, я, как говорится, взялся за голову и решил таки пойти. Ну, пришел, прошел медкомиссию буквально за день. Вот. Кстати, у меня прописного не было. А, приписную оно называлось. Вот, прошел это, значит, сразу и приписное, и предармейскую эту комиссию. Ну и все. И через день уже был оформлен на ДВРЗ. Привезли нас на этот сборный пункт. Но как раз был уже вечер пятница. Вечером в пятницу нет покупателей. Посидели мы допоздна, все, нас отправили домой. Идите, ребята, домой. Ну, короче, мы уже проводы отгуляли, а тут нас домой уже отсылают. Короче, опять дают повод для того, чтобы не идти. Ну, ничего, с понедельника я набрался сил и, как говорится, пришел. Потому что уже, как говорится, аж перед этим ходил, сдавался. Вот. Ну, а почему я именно решил все-таки пойти? Потому что я смотрел на людей, с которыми тогда общался, как они деградировать начинали. Естественно, мне это все уже, как говорится, надоело однообразие. Просто многие говорят, что армия — это плохо, теряешь время. Но на самом деле у меня это был именно выход из положения. Значит, какое мое отношение к армии? Вообще, в принципе, скажу, что оно как бы пошло на пользу. Потому что, во-первых, ну, молодого человека приучают к порядку, там, к режиму, там, дают какие-то задания. Ну, конечно, это было тяжело после гражданки, когда приходишь такой молодой, весь в амбициях. Кстати, это на проводах же, как всегда, набухаешься, а потом приезжаешь в часть еще пьяненький. Вот, ведешь себя неадекватно, начинаешь на сержантов что-то там фыркать. Ну, потом получаешь по чайнику. Ну, слава богу, все прошло, как говорится, нормально. Походил в помощь наряду неделю, вот. И дурь из меня вышла, короче. Значит, какое отношение к армии вообще? Ну, я же говорю, это очень полезная вещь для молодого человека. Единственное, что бывают такие проблемы у некоторых людей. Ну, я не знаю, это, наверное, как везде бывает. Что вот не повезло, да, где-то там напали толпой, отдубасили, все. Увечья на всю жизнь. Ну, а так, в принципе, это очень хорошо. Плюс, как армия все-таки должна нас охранять. Ну, правда, мы же сейчас в Украине, я-то в украинской армии был. Но она с каждым годом все деградировала. Ее распродавали. Ну, короче,
Ее как таковой уже в последние годы не было. Вот. Так что сейчас уже там новая армия, я не знаю, как оно там все, оно мне уже нафиг не надо. Мне уже больше 40 лет. Вот. Единственное, что хорошо помню, когда пришел на гражданку, это было, конечно, чувство, ну, неповторимое. Во-первых, ну, немного вес сбрасываешь, хотя это и был не толстый, но просто еще становишься более, так сказать, суше, это раз. Во-вторых, утро, ты ждешь подъема, а его нет. Лежишь, балдеешь, думаешь, когда ж тот подъем? Просыпаешься, идешь на кухню, там берешь кофе, пьешь чай, сигарету выкуриваешь. Ну, это, конечно, было незабываемое чувство. Потом, опять же, такие к друзьям ходишь, пиво пьешь. Ну, 3 месяца, полгода можешь разлагаться, как тебе угодно. Вот. Но, опять же, таки не надо увлекаться, потому что добро это не доводит. Вот. Ну, в общем, такой вот мой рассказ. Почему я его затеял? Я же говорю, эта тема такая интересная. Вот, так что, кто, например, решил вообще не идти в армию, то, может быть, даже для вас будет все-таки туда сходить. Это будет, может быть, хороший выход. И хорошая школа. Вот. Ну, а вообще, это я же веду сейчас такой блогерский канал. Тут чисто разговоры. Ну, не чисто разговоры, а хочу сюда разговорное видео кидать. Ну, чтобы было, как говорится, и вам показать, и самому что-то вспомнить. Так что переходите еще на мой другой канал, там подписывайтесь, ставьте колокольчики, и на этот подписывайтесь, ставьте колокольчики. Буду еще другие темы обсуждать. Надеюсь, будет интересно.